Опять утро, опять в школу нужно идти. Ладно, надо вставать, надо встать и позвонить Нубику. Готов ли он сегодня в школу идти или нет? Алло, Нубик, ты в школу готов идти, нет? Я сегодня не пойду. Я отпросился, я заболел. Заболел, значит. Ну ладно, тогда давай, выздоравливай. Эх, Нубик заболел. В школу сегодня не пойдет, значит, придется идти самому. Так, где моя машина? Все, садимся, ребята, поехали. А где школа-то у нас находится? Так, все, я, оказывается, рядом здесь. Рядом со школой появился. Тут школьный автобус, ничего себе. Кстати, я первый раз вижу здесь школьный автобус. Еще со спойлером, ничего себе, какой модный школьный автобус. Жесть. Что здесь такое? Смотрите, здесь даже трактор стоит. Откуда они трактор вообще нашли? Вот эти школьники прям все могут найти. Ну ладно, всем привет, ребята, привет. Я пришел в школу. Пойдемте учиться. Какой у нас урок? У нас сейчас урок истории. Здравствуйте. Вы учитель или нет? Что вы на столе стоите? Это какая-то магия. Что происходит? Здесь опять что-то никто учиться не хочет. О, вот, здравствуй. Здравствуй, джуниор. Да не стесняйся, ты поговори со мной. Как твои дела? У меня все хорошо. А ты кто такой? Да я ученик, я пришел сюда учиться, так же, как и ты. Только почему ты убегаешь от меня? Я просто немножечко стесняюсь. Ну пойдем тогда на следующий урок. Здесь, наверное, у нас ребята позговорчивые. О, у нас даже здесь есть учитель. Здравствуйте, учитель. Здравствуйте. Садитесь на свои места. Хорошо, все, мы сидим. Я готов учиться. О, смотрите, на математику много людей пришло. Видимо, ребята математику любят. Кстати, пишите в комментариях, любите ли вы математику или нет. Вот еще одна девочка пришла. А вот стеснительный мальчик, который... Ой, учитель. Короче, все, я проверяю домашнее задание. Давайте, сдавайте мне свое домашнее задание. Черт, я же не сделал домашнее задание, я проспал. Я же со школы пришел, сразу лег спать. Кто не сделал домашнее задание, тому двойка. Может, я ему не скажу, что я не сделал домашнее задание? Может, он не заметит? Так, дети, сядьте по своим местам, что вы бегаете постоянно? А я сижу, это они бегают. Так, кто сейчас не сядет за парту, тому тоже двойку поставлю. Ребята, сядьте за парту, вы что бегаете-то? Двойку хотите получить? Жесть, смотрите, какой непослушный класс, всем вообще плевать. Вон девчонки стоят, что-то общаются. Надо спросить, почему они садятся. Привет, а почему ты не садишься на место свое? Да потому что это не настоящий учитель. Серьезно? А кто это? Я не знаю, но учитель математики по-другому выглядит. Ничего себе, я не знал. Пойдем с нами, хочешь со мной потусить? Пойдем, а куда ты идешь? Я не знаю, может быть, в столовую сходим покушаем или еще что-нибудь. Блин, и как вот с ними разговаривать? Только начнешь говорить, они исчезают. Вроде сама позвала в столовую и вышла. Так, куда мы пришли? Что это? Это магазин. Ничего себе здесь, смотрите, сколько всяких товаров, сколько всяких напитков. Ничего себе. А продавец-то есть? Я могу даже встать работать. Давайте. Или что? Стоп, я взял корзинку. Вот так вот я могу покупать. Все нормально. Возьмем с собой какой-то вишневый напиток, что ли, или что это такое? Вот эту баночку еще с собой возьмем. Что еще я могу купить? Батончики какие-то. Все, я думаю, хватит, а то жоп слипнется. Так, все, я готов покупать, давайте. Я купил или что? Я кому-то что-то... все, я же купил. А где? Где то, что я купил? Не знаю. Куда-то что-то у меня исчезло, все, что я купил. Все, мы работаем, надо этому принести. Батончик, значит. Я понял, это покупатель. Мы сейчас приходим и отдаем ему то, что нужно. Теперь приходит еще один и тоже хочет батончик. Мы собираем батончики и идем. Идем, отдаем этому прекрасному молодому человеку. Все, еще счастливый покупатель. Еще батончик. Да что такое, спрос на батончики? Держи свой батончик. Этому нужна жвачка и коктейль. А это жвачка? Да, это жвачка и ему нужен коктейль. Вот так вот, ребята, пришел в школу учиться, а стал работать. Ничего себе, прогресс быстро идет. Жвачка, напиток и конфета.
Угу. А интересно, сколько мне денег-то дадут за работу? Я думаю, много дадут. Вернее, надеюсь, что много дадут. Если мало дадут, то вообще не интересно так. А деньги-то нужны, я хочу себе что-нибудь крутое купить. Так, 2 пирога ему надо и шоколадку, ничего себе. Так, у нас 30 секунд осталось, нужно быстрее, быстрее, быстрее. Что там еще, жвачка нужна ему была? Все, бежим, еще одного успеем, интересно, отоварить, нет? А этому конфета. 17 секунд, давай быстрее. Так, этому нужен напиток, 5 секунд. Я успею, я успею, я успею, я успею, я успею. 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды. Давай, давай, есть, я успел, ребята, в последнюю секунду. Что, 20 монеток всего лишь, что так мало? Я столько работал, дали 20 монеток. Вообще нечестно, нечестно так. О, магазин питомцев еще есть. Всякие кошечки, собачки. Что? Здесь кости от собаки только остались. Вы что, ребята, не кормите-то своих животных? Мы можем отправиться в какой-то клуб. О, школьная дискотека. Че, ребятки, сейчас будем флексить. Ничего себе, здесь какой робот стоит. Давайте, флексим, флексим. Че я один танцую-то? Давайте, ребят, танцуйте тоже. Вот, смотрите, это просто проблема современного общества. Пришла тусить в клуб и сама сидит в телефоне залипает. Ну как так? Давайте танцевать, вы что? Ты что, Алекса, давай танцуй со мной. Не видишь, как я зажигаю просто? Отстань от меня, я не хочу танцевать. У меня тут Инстаграм, ВКонтакте, я сижу залипаю. Ага, ну ладно, залипай, а мы тут будем флексить с ребятами. О, смотрите, какой чувак есть, тоже зажигает. Ну а ничего себе, ты чё, брат той девочки, что ли? Этот Алекс, а та Алекса, Чё, Алекс, как твое настроение? Все отлично, давай флекси со мной. И ты со мной флекси, Алекс. Нравится тебе музычка в этом клубе? Конечно, нравится. Не видишь, как я танцую? Да, давай, давай, жги. О, ничего себе, Алекс, ты смотри, ты просто на глазах растешь. Как ты такой большой стал? Да, я просто растишку кушал, поэтому такой большой. О-о-о, поделишься растишкой? Не, извини, я сам все съел, поэтому я вырос. О, ничего себе, ничего себе, ну ладно. Ой, а там что за динозавр стоит наверху? Ну, надеюсь, он нас не будет трогать. И чё, куда все делись-то? Давайте мы будем флексить, до утра танцуем. О, здесь еще какой-то бельчонок танцует, тоже зажигает. Ну чё, чё у тебя руки-то разные? Ну, неплохо, неплохо жгёшь. Ладно, а мы пойдем дальше, куда нас дальше зовут? Это кабинет биологии и химии. И смотрите, ребята, никто не пришел на урок, просто никого нету. Никто не любит химию, никто не любит химию и биологию, похоже. Я один сюда пришел. Ну что ж, ребята, я думаю, на этом сегодняшнюю серию можно закончить. Если вам нравится, конечно же, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Чем больше будет вашей активности, тем скорее выйдет новое видео. Пока-пока, ребята.